эмблеме 70-летия Победы белый голубь, символ мира и символ светлых душ наших героев, которые все уходят и уходят от нас. Василий Иванович Шубин – один из них. Совсем недавно мы рассказывали о нем в нашей программе. Давайте вспомним. После окончания школы Василий выучился на шофера. Эта профессия пригодилась ему и на фронте, и стала главным делом всей его последующей мирной жизни. В военные годы Василий Иванович служил в действующих войсках в качестве механика-водителя. Потом командование перевело его в разведку. Помню, как и немцев били, как в разведку ловили живых. Вот. И, ой, тяжело очень вспоминать. Василий Иванович был награжден множеством правительственных наград, среди которых орден Красной Звезды, медаль за отвагу, за взятие Будапешта и Вены, за победу над Германией. Вместе с супругой Верой Яковлевной они мечтали отметить 70-летие совместной жизни и 70-ю годовщину со Дня Победы. Вечная память о нем и его героизме навсегда останется в наших сердцах.